Как гордо, прекрасно и красиво звучит Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Это не просто возвращение исторического названия. Это возврат к святым традициям нашей земли, гордости Череповца. Сегодня в строю стоят половина наших ребят, волокжан. И мы уверены, что обороноспособность нашей Родины будет крепка, как никогда. Можно защищать свободу, независимость, конституционный строй России. Народ... Строй, строй. Есть. Сан Богданов. Принимая сегодня присягу перед государством и перед лицом своих товарищей, вы теперь отвечаете словом и делом не только за своих родных и близких, но и за нашу страну, за память своих предков, которые во все века героически защищали наше Отечество. Я уверен, что в этом строю будущее нашей Родины, офицеры и генералы, соль земли русской, ее защита, надежда и опора. Приказы командиров начальников. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг. Сегодня в нашем городе праздник. Череповецкое высшее военное училище радиоэлектроники стало неотделимым символом нашего города. Безусловно, мы гордимся, что в этом вузе готовят интеллектуальный потенциал нашей армии. Уважаемые курсанты, сегодня перед лицом своих товарищей, близких, родных, вы произнесли слова присяги на верность Родине. Уверен, что эта клятва будет нравственным мерилом ваших мыслей, поступков. Какой господин?